Вот так смотришь на что-то и видишь чудо, скрытое внутри. А двое уже могут разделить это чудо. Мы все источаем искры воображения. Так давай искрить вместе. У каждого из нас в голове есть строчка кода, управляющая творчеством. Она формирует мыслительный канал, способный дотянуться до самых дальних уголков фантазии. Так давай же строить! Вместе мы сумеем раздвинуть границы так далеко, что они затеряются на звездном небосклоне. Давай летать! Объединим наши желания и начнем творить. Все жители этой сферы мечтателей плодят новые идеи. И эти идеи возносятся вверх и вливаются в мир воображения. Истинное пристанище творческих устремлений. Так давай, возвращайся туда, где тебе всегда были и будут рады. Little Big Planet. Дух захватывает, а? Вот она, твоя ракета. Отправная точка всех приключений. Окно на равнину чудес. Аванпост, откуда можно отправляться на бескрайние просторы мира воображения. Все это твое, так что не стесняйся. Открывай меню персонажа и хоть все облепи наклейками. Чувствуй себя как дома, ведь это и есть твой дом. Как закончишь с украшениями, приглашай друзей. Соседи — народ привычный, так что развлекайтесь на здоровье. А как надоест, просто загляни в бортовой компьютер и нажми кнопку «Меню». Тебя ждет уйма приключений, стоит лишь ступить за порог. Это великолепно! Ты добрался до бортового компьютера! От мира воображения тебя отделяет наклон левого джойстика и нажатие кнопки действия. Довольно медлить, выбирай пункт «Играть». Это сияющий маяк на чудопланетном чудобережье. Ты всегда можешь попасть в Бредум, когда пожелаешь, просто выбрав его значок левым джойстиком и нажав кнопку действия. Всего-то навсего. Когда ты попадаешь на Little Big Planet, то превращаешься в идеальное воплощение себя, симпатичного шерстяного искателя приключений по имени Сэгбой. И он — это ты, просто обаяшка. Для перемещения используй левый джойстик.
Если сдвигать по чуть-чуть, будешь еле плестись. А если посильнее, бежать. Давай, побегай и попрыгай. Для этого нажимай кнопку действия. Короткое нажатие, мелкий прыг-скок. Покинуть старушку Землю и оказаться в мире Little Big Planet – это все равно, что Ты заметил, что сэгвои разгуливали по миру воображения с совершенно каменными лицами? Потому что они, видите ли, заняты текущими делами. Но теперь это останется в прошлом. Можно менять выражение тряпичного лица с помощью кнопок направлений. Это просто. Нажми кнопку вверх, чтобы мило улыбнуться. Кнопку вниз, чтобы нахмуриться. Вправо – это... Я знаю, тебе уже не терпится приступить к делу. Но не забывай об идеалах мира воображения. Творчество, общение и хорошее настроение. Причем, обрати внимание, без нас хорошего настроения не получится. Да-да-да-да. Спасибо, старина. Дальше я сам. О, какая удача. Это же мой друг, готовый вместе со мной разобраться с Бредумом. Просто нажми на эту кнопку, и наше приключение начнется. Нет. Если я лицом к нему, это значит, что слева от меня. И это... Да, вот так! Неудобство, дружище. Меня зовут Ньютон. Ты в Бредуме, друг, дружочек, чек. В месте, где по небу кружат легкие облачка воображения. Они неутомимо выпархивают из творческого сердца в самом ядре Бредума. Прекрасная, чудесная луна. Но, боюсь, теперь мы в ответе за судьбу Бредума. Я поясню. Еще до того, как Негативитрон едва не погубил весь мир творчества, к источнику творческой энергии Бредума присосались три прожорливых паразита. Вдохновение иссякло, и мы зависли на краю бездны. А затем явились три героя. Быстро. Наконец удалось захватить Титана. Вернув Бредуму цветущий вид и творческие порывы, герои ушли на страницы мифа. А миф также гласил, что Титаны вернутся.
Сегодня, когда приходит ночь, все кошмары Бредума воплощаются наяву. И прихожу я. То есть мы приходим. Идем, мой верный помощник. Будущее Бредума теперь в руках двух отважных героев. Давай спустимся с горы. У меня есть сюрприз. Я люблю горный воздух. Он такой воздушный. Двигайся вперед и назад, отклоняя левый джойстик вверх или вниз. Отклони левый джойстик вниз и нажми кнопку действия, чтобы спрыгнуть на ступеньку ниже. Если подпрыгнуть, стоя перед ступенькой, ты просто запрыгнешь на нее. Я тебе когда-нибудь рассказывал, как однажды застрял в шляпе? Да? Абсолютно правдивая история и до сих пор актуальная. Ведь тебе по-прежнему грозит опасность застрять в Little Big Planet. Если окажешься в безвыходной ситуации или в хитроумной ловушке, твой ключ к спасению – меню персонажа. Открой его с помощью кнопки меню и выбери пункт «Повторить» с помощью левого джойстика. Затем удерживай кнопку действия, пока твой маленький тряпичный друг не отключится. Он скоро вернется, выпрыгнет из последней пройденной контрольной точки и будет как новый. Я тебе когда-нибудь рассказывал, как однажды застрял? Слои прыгателя переносят тебя с переднего слоя на задний и обратно. Вот так. Прыгай вверх и вниз, как такая прыгучая штука. Отличная работа! Ты скачешь, как настоящий кузнечик. Нажми кнопку действия, чтобы активировать синий слой прыгателя. Нажми кнопку захвата, чтобы вскарабкаться там, где можно. Пока карабкаешься, можно прыгать. Нажми кнопку действия. Великолепно! Да я и не сомневался. Да, молодец! Идем! Thank you.
Нажми кнопку захвата, чтобы ухватиться за объект, и отклони левый джойстик, чтобы передвинуть. Когда будешь перемещать объект, нажми кнопку действия для рывка. Мы круты! Хватай эту штуку и махни на ту сторону с помощью левого джойстика. Классно, да? Пора на дирижабль, чтобы подготовиться к твоей, то есть нашей, очень опасной миссии. Добро пожаловать в мою воздушную лабораторию. Это работа моего отца, но я тоже внес творческую лепту. Да, это мы, пара конспираторов, готовящихся к своему первому секретному заданию. На, возьми наклейку.
А вот и наша первая цель. Гнусное местечко под названием Особняк Стежков. Прилепи ее на доску. В реальном мире люди осуждают тех, кто лепит наклейки на все подряд. И правильно делают. Тебе когда-нибудь приходилось отцеплять наклейку от кошки? Сьюзен, было совсем не смешно. Однако в мире Little Big Planet все по-другому. А это значит, о да, что ты можешь делать с наклейками все, что пожелаешь. Даже лепить их на лучших друзей или заклятых врагов. Сначала открой меню персонажа кнопкой меню и выбери наклейки. В этих стенах обитает вздорная сдруженца по имени Катушка Сибас. Прилепи ее туда, если хватит духу. Но мы должны побороть ее кошмары и пробиться на крышу. Последняя наклейка. Прошу, прилепи ее сюда. Вот наша истинная цель. Банка, в которой томятся злодеи и титаны. Надо добраться туда, пока она их не выпустила, старая кошелка. К счастью, я смастерил кое-что как раз на такой случай. Спускаемся. Воображение, воплощенное в машине. Механическое вдохновение. Я с помпой представляю тебе этот помпонатор. Ой, вчера еще работал. Так, бери его, и я покажу тебе, какой он полезный. Карманов не бывает слишком много. Вот почему я хочу познакомить тебя с новым карманом Сегбоя. Чтобы открыть карман Сегбоя, нажми кнопку «Назад». Выдели нужную вещь левым джойстиком, чтобы вытащить ее из кармана. Это затем... удивительное устройство. Если бы отец мог это видеть. Можно целиться в разные стороны с помощью правого джойстика. Прицелься в это колесо и нажми кнопку R1, чтобы подуть на него. Теперь попробуй дунуть на эти коробки. Прекрасная штука этот помпонатор, правда? Платформа сломана. Нажми кнопку L1, чтобы... Отлично! Идем в зал управления. Ученые Вселенной ведут бесконечные споры о том, какое ощущение является самым приятным. Раньше считалось, что лучше всего запивать мороженое сладкой газировкой. Потом появилась Little Big Planet, и все решили, что приятнее всего размещать наклейки. Особенно приятно, если эту наклейку ты сделал сам. Сначала открой меню персонажа кнопкой «Меню» и выбери наклейки и украшения с помощью левого джойстика. Нажми кнопку действия и найди одну из чудных наклеек PlayStation Camera. Когда найдешь нужную, еще раз нажми кнопку действия. Теперь ты можешь перемещать наклейку левым джойстиком, а также вращать и менять размеры правым джойстиком. Чтобы приладить ее, нажми кнопку действия. Не правда ли? Это очень приятно. Вселенной ведут бесконечные споры о том, какое ощущение является самым приятным.
Раньше считалось, что лучше всего запивать мороженое сладкой газировкой. Потом появилась Little Big Planet, и все решили, что приятнее всего размещать наклейки. Особенно приятно, если эту наклейку ты сделал сам. Сначала открой меню персонажа кнопкой «Меню» и выбери наклейки и украшения с помощью левого джойстика. Нажми кнопку действия и найди одну из чудных наклеек PlayStation Camera. Когда найдешь нужную, еще раз нажми кнопку действия. Теперь ты можешь перемещать наклейку левым джойстиком, а также вращать и менять размеры правым джойстиком. Чтобы приладить ее, нажми кнопку действия. Не правда ли? Это очень приятно. Ученые Вселенной ведут бесконечные споры о том, какое ощущение является самым приятным. Раньше считалось, что лучше всего запивать мороженое сладкой газировкой. Потом появилась Little Big Planet, и все решили, что приятнее всего размещать наклейки. Особенно приятно, если эту наклейку ты сделал сам. Сначала открой меню персонажа кнопкой «Меню» и выбери наклейки и украшения с помощью левого джойстика. Нажми кнопку действия и найди одну из чудных наклеек PlayStation Camera. Когда найдешь нужную, еще раз нажми кнопку действия. Теперь ты можешь перемещать наклейку левым джойстиком, а также вращать и менять размеры правым джойстиком. Чтобы приладить ее, нажми кнопку действия. Не правда ли? Это очень приятно. Скорее, дружок, тетушка Сибас нас ждать не будет. Надпись на двоих означает, что нужно привести друга. Можешь пригласить до трех друзей. В компании веселей. Мы на месте. Активируем переключатели и вперед! Мы с тобой поедем в этой вертикально спускаемой капсуле. Особняк Стежков, мы идем! Thank you.
очень полезно для здоровья, но зато крайне увлекательно. А это, дружище, особняк Стежков. Место заточения этих ужасных титанов. Вот здесь проживает тетушка Сибас. Эта старая карга может освободить этих ужасных узников. Просто выпустит их. Заберись наверх и останови ее. Я? Ну, мне еще яйца варить. Ты не бойся, я сразу за тобой. Да, сразу. Ну, может, не так уж и сразу. Но точно за тобой. Бип-бип. Yeah.
Что ты заглянул. Счастливого пути! Я тебя отсюда живым не выпущу. Монти! Ходики, фли!